Это замечательное платье подарил мне мой отец Эрос. Платье сделано госпожой Арахной, той, которая когда-то ткала гобелен для богини Афины. Отец сказал, чтобы я одевала его только по особому случаю. Возможно, я одену его на следующий Трухардей. Он сказал, что это особенный наряд. Когда я надену его впервые, я встречу свою настоящую любовь. Думаю, это судьба, потому что мое призвание дарить любовь другим. Всем привет, мои дорогие друзья! В этом видео я покажу свой подарок от Алины Смешко для моей замечательной Купидон. Это необыкновенное платье подарено самим отцом Эросом. Данный наряд приехал ко мне вот в этой огромной замечательной коробке, которую я вам с удовольствием хочу показать. Она выполнена из очень плотного картона. Спереди имеется две надписи. Советы от CA Cupid, как стать иконой стиля. Ниже имя девушки и арт нарисован самой Алиной. Все это наклеено на фоне розовых цветов. Я подозреваю, что это сакура. Боковинка выполнена голубым цветом. Имеется та же надпись и арт в золотой рамке, уже официальный от Mattel. Под артом надпись «Том 1». С обратной стороны коробки тот же фон, что и на передней части. В серединке, с внешней стороны, обклеено все бумагой и разрисовано, как будто это странички книжечки. Сама коробка-книжка открывается и закрывается на две ленточки. Открываем коробку и рассматриваем, что же внутри. На корешке на белой части надпись, которую Купидон произнесла в начале видео. А внутри коробка отделана белым искусственным мехом и розовыми тканями. Все части аутфита прикреплялись белыми гипюровыми лентами. Необыкновенная коробка, храню ее не просто, а с удовольствием. И иногда показываю своим друзьям, как что-то невероятное, потому что действительно коробка невероятная. Теперь перейдем к самому необыкновенному наряду. Наряд поистине потрясающий и сразу видно, что выполнялся он для богини. На голове у куколки надета повязка из атласа двух цветов – нежно-розового и белого. По бокам прикреплены два розовых бантика, от которых свисают по три ленты – две белых и розовая. Повязка держится на белой резинке. Само платье невероятно сказочно богатое, выполнено из разных оттенков розового и белого атласа. Также присутствует белый гипюр на рукавах и юбке. Верх платья имеет слегка приталенную форму, вверху держится на тоненьких шклейках. Рукава пришиты спод низу и имеют гипюровую оборочку. В центре красиво крест-накрест пришита ярко-розовая атласная лента, ниже розовый бантик. Платье расстегивается на кнопочки, что я очень люблю и считаю самым удобным видом застежки. Также сзади имеется большой розовый бант. Юбка платья имеет три слоя. Верхний из розового атласа, обшитый белым гипюром и белыми бантиками по краям. Средний слой из белого атласа, обшит розовой атласной лентой. И самый нижний из розового атласа, обшит светло-розовой лентой. На ногах у куколки белые чулки в сеточку. Сверху имеется пришитый белый атлас с розовым бантиком и лентой. Обута девушка в очень нежные, открытые босоножки. Каблук белый, в то время как платформа розового цвета. Спереди лямка из розового и белого атласа. Крепятся босоножки на ножки благодаря длинной розовой атласной ленте. На пяточке прикреплен белый бантик. Вот такой потрясающий наряд Алина придумала и пошила для моей маленькой богини любви. Я очень люблю это шикарное, невероятное платье. И уже, наверное, год как Купидон в нем стоит и фотографируется. И менять ее пока что обратно в ее родной базовый аутфит мне почему-то не хочется. Огромное спасибо Алиночке за этот маленький шедевр. Все ссылочки на Алинину группу я оставлю под видео. Там вы сможете и заказывать у нее наряды, и просто любоваться ее мастерством. Также Алиночка на своем канале, которую ссылочку я тоже оставлю под видео, делает невероятные мастер-классы своих аутфитов. Если вы умеете шить, обязательно заходите, возможно, чему-то новому научитесь у нее. Ну, а мы будем с вами прощаться, желать вам удачи, почаще улыбаться, иметь хороших, верных друзей. И до скорого!